конкурсе года, республиканском конкурсе «Женщина года». А вот эти две шляпки я подарила музею тоже, они какое-то мероприятие проводили. Да, праздник шляп. А здесь вот вы работы видите в технике бумажной пластики, здесь также выполняли девочки, которые демонстрировали сегодня костюмы. Они так этим делом заразились, что домой даже не хотят уходить. Они режут, сидят, режут, им это нравится. Но и мне нравится. Если учителю нравится, то и ученикам обязательно понравится.